Wang, and that's all. Thank you. Thank you. Зрители просто взрываются аплодисментами, но действительно невозможно не оценить вот этот эффектный теннис. И снова пользуется тем же самым приемом Ван Хао.
11-7. Вот так вот весь турнир прошел Малун, не проиграв ни сета. Это ли не свидетельство сумасшедшей, потрясающей формы? И вот 13-й титул на этапах протура в 18 финалах, проведенных у Малуна. Безусловно, для 23 лет выдающееся достижение. Хочется пожелать Малуну все-таки определенной удачи на чемпионатах мира и Олимпиады, чтобы он, как и Ван Хао, все-таки вошел в историю. Ну а этот турнир в Стокгольме завершен. Нам осталось дождаться второй половины ноября. Напомню, 24 по 28 ноября пройдет гранд-финал протура в Лондоне. Ну, самые интересные решающие матчи этого турнира телекомпания НТВ+ вам покажет. А сегодняшний день с вами за наблюдением настольного тенниса провел Игорь Швецов. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч!